При пожаре едва не погиб мужчина. В субботу около 11 вечера в доме номер 16 по проспекту Мира начался пожар. Спустя 6 минут огнеборцы были на месте. Им удалось эвакуировать 6 человек. Из-за пожара квартира закопчена и залита водой, а хозяин жилья серьезно отравился угарным газом. Сейчас медики борются за его жизнь в реанимации. Кроме того, пострадала и квартира этажом ниже. Причину пожара и сведения об ущербе устанавливают специалисты.